Лара, ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Слишком тихо. Держись!
спустились более легким путем. Я на месте. И где же они?
Это не сработает. Черт, сейчас пока не могу.
Скотт, знаю, ты считаешь, я слишком резка с Ларой. Но у меня есть на это причины. Дорогостоящее научное судно с кучей народа отправляется к черту на рога ради ее невразумительных теорий. Лара должна чувствовать свою ответственность. Не говори, что это было твое решение. Мне иногда кажется, ты забываешь, что она себе не дочь, чтобы выполнять все ее капризы. Как еще объяснить то, что ты направил Endurance в треугольник дракона? Скажи, что тебя на это подвигло? Да, признаю, она очень умна. Допускаю, что у экспедиции есть шанс на успех. Но грандиозные планы – это далеко не все. Ты не хуже меня знаешь. Такие предприятия никогда не идут по плану. Лара неопытна. И если дерьмо попадет на вентилятор, оно забрызгает всех без исключения. Так что пока мы живые и с горой добычи в трюме не ляжем на обратный курс, я не дам спуску этой девчонке. Я что-то здесь чувствую. Что-то такое из далекого детства. Когда у моего отца случались припадки бешенства, мы с братом прятались от него, и он рассказывал мне сказку о русалке с рифа. Я помню этот непреодолимый зов океана. Мне хотелось убежать от всего и броситься в безмолвные воды. Когда я сейчас вижу прибрежные рифы, мною вновь овладевает это желание. Зеленые водоросли, колышущиеся в островах кораблей – это волосы русалки. А соленые брызги волн, бьющихся о скалы – ее слезы. Лара права, этот остров проклят. Тут обитает неистовая сила, которая ни за что нас не отпустит. Если случится худшее, я позволю русалке забрать меня. Я уплыву отсюда прочь и там, среди волн, повстречаюсь с моим братом. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Endurance с инструментами для рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. Черт! Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Попробую починить эту пушку. Ладно, я разберу все это. Попробуем поднять мотор на тросах. А мне что делать? Не путаться под ногами. Думаешь, они могут стрелять? Если почистить, почему бы и нет. Надеюсь, они нам не понадобятся. Сэмми, осторожно! Эй, не только Лара умеет. Осторожней! Простите, простите. Ну-ну, все хорошо. Успокойся. Ничего не трогай. Сколько времени нужно на ремонт мотора? Ну, если Алекс принесет инструменты, пара часов. Мы сможем отплыть утром, если Алекс не учудит чего-нибудь. О, слава богу, тут нет зеркал. Я выгляжу ужасно. Но вряд ли ужаснее меня, Сэмми. Да ладно, вы обе красавицы. О, Иона, ты душка. Но такой врунишка.
Я так хочу отсюда выбраться, Лара. Мне не нравится это место. Не волнуйся, мы вернемся домой. Обязательно. Как хорошо, что ты вернулась, Лара. Выберемся отсюда все вместе. Может, лучше сходить туда сейчас? Все сломано. Но ничего, я починю. Знаешь, Лара, спасибо, что вытащила нас. Ну, ты бы сделала то же самое, правда? Да, конечно. Ему больше сотни лет. Они вооружены. Не знаю, дай подумать. Сати все молчит. Брат, мы в ловушке. Черт, что же делать? Черт, да заткнись ты. Дай подумать. Что-то здесь не так. Сам же видел, с горы валит дым. Да, но это ничего не значит. Как стемнеет, пойдем. Стой. Не нравится мне. Давай лучше подождем, когда нас сменят. Слишком долго ждать гребаной смены. Тут что-то не ладно. Так что собирайся, на закате уходим.
нашла. Пользовались песцы китайского императорского двора. А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. Спасибо. Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Помогите! Помогите! Это Уитман! Иона, помоги! Сколько их?
Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целые, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Лара, постой! Вот, возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. Стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Эти ублюдки больше не показывались? Нет, все спокойно. Если они там, я не знаю, чего они ждут. Если они там. Слушай, Лара, знаю, ты не доверяешь Уитману, но мы должны держаться вместе. Может, он слишком увлекся этим островом, но я не думаю, что он нас предаст. Надеюсь, ты прав. Смотрю, ты нашла, чем можно отвлечься. Старое издание Робинзона Круза. Как насмешка. Ну, он в конце концов покинул свой остров. Будем считать это добрым знаком. Такова уж человеческая натура. Мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положение еще худшего. Мы все это переживем. Да, Лара? Конечно, милая моя. Конечно. Не волнуйся. Отдохни пока. Лара приведет Алекса, потом мы все... Что они там пели? Я не хочу разговаривать, Лара. Иди. Найди Алекса. Как только я со всем этим разберусь, мы с Ионой поднимем моторы и отремонтируем его. Так, мне нужны инструменты. Их придется принести, Лара. Хватит болтаться без дела. Отправляйся на Endurance за инструментами.
Это не сработает. Я подхожу к Индии. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. К тебе идет Лара. Дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? Обязательно узнаю, если выберусь отсюда.
И что они сказали? Что там происходит? Какая-то баба освободила пленников и положила всю охрану. Что, серьезно? Да кто она такая? Не знаю. Говорят, с последнего корабля. Она убила Владимира Владимировича. Что? Она убила русского? И ни одного. Дмитрий Анатольевич с Николаем тоже. Ничего себе! Борису уже сообщили? Он сейчас работает на том корабле, на котором она прибыла. Так что, думаю, вряд ли. Когда он узнает, что братья погибли? Да, хорошо, что я не в его команде. У этого бычара совсем крыша съедет.